Наверное, в детстве каждый мальчишка мечтал о таких. Но это не игрушки, это автомодели. Они почти как настоящие, говорит Дмитрий Рекунов. Он показывает, что у такой под капотом, точнее, под корпусом. Ну, как бы сердце – это вот мотор этого автомобиля. Потом идет регулятор скорости, который регулирует подачу с курка и на мотор. Автомодельным спортом Дмитрий занимается уже 4 года. Теперь он руководит целой секцией. Так детская любовь к машинкам переросла в серьезное увлечение. Раньше любил машины и один к одному, и такие машинки. Но с такими больше понравилось, чем один к одному возиться. Теперь у Дмитрия нет реальной машины, зато есть несколько моделей. Например, этот «Хаммер» для души. Машина просто монстр, так называется ее класс. Хозяин заправляет ее настоящим бензином. А как она рычит? Просто песня. Это самая большая машина в автопарке. В гараже по соседству рядом с настоящими «Уралами» около 20 моделей, в том числе и летающих. Всем требуется и запчасти, и краска, и масла. Для обслуживания тут целая мастерская. В ней постоянно работают 8 человек. Сейчас Константин Имшанов занимается техническим обслуживанием своего монстра. Этим летом он выяснил, на что способна эта малышка. Девушка ехала за рулем реальной машины, а я на пассажирском сиденье управлял. Вот, то есть до 50 по зимней дороге разогнали. Если бы было бы лето, то, я думаю, даже больше можно было бы, до 60. Константин мечтает о спортивной модели. Стоит такая примерно $700-800. Обычно их заказывают за границей. С такими автомоделисты выступают на соревнованиях. Секцию берут с 12 лет. Но Никита Артемьев – исключение. Самому юному спортсмену помогает папа. Сначала я ездил, сейчас он будет ездить. В семье Артемьевых папа механик, а сын пилот. 7-летний Никита уже вошел в 10 лучших на областных соревнованиях по автомодельному спорту. Первоклассник обошел более 100 соперников. Сейчас он, можно сказать, отдыхает. Пока не сезон, но автомобилисты все равно не прочь погонять. Руль проверяй, работает. Руль проверяй. Все работает. Все, можно ехать. Трасса прямо у гаража. Управлять моделью сложнее, чем реальным автомобилем. Главное, говорят профи, чувствовать машину и не путать право и лево. Накатавшись в волю, автомоделисты возвращаются обратно. После так называемых покатушек все болиды в снегу. Машины отправляются в сушку, ну а пилоты снова к работе. Александра Поддубная, Руслан Гаскаров, Интер ТВ.